Ну что, друзья, всем привет! Канал «Осязаемая музыка» снова в эфире. Я в своей маечке с лого канала, значит, у нас сегодня новый видос. И у нас сегодня пополнение коллекции с Discogs, как вы уже поняли, по заставке. Ну что, ребята, хочу сказать сразу всем спасибо, кто посмотрел видео, которое вышло в четверг про магазин «Ностальгию», третья часть. Зашла более-менее хорошо, кассеты народ любит, плюс какая-то аппаратурка, я уж там не стал спускаться вниз и показывать всю хай-фай технику, которая там есть, там очень много. В первое видео посмотрите, кто не смотрел, там все более-менее там походило чуть-чуть, ну чуть-чуть бы снимал тоже. Кстати говоря, всегда смотрите описание к видео, потому что вот... к прошлому видео все ссылки на предыдущие два видео были в описании. На первую часть ностальгии, вторую часть ностальгии. Все было в описании. Могли зайти в описание и посмотреть. И еще на канале появилось много людей, которые вот посмотрели видео там какое-то и говорят, а сделай там Real McCoy, например, или еще что-то. Ребята, посмотрите все видео, которые есть на канале. Не поленитесь, опуститесь вниз. Там и Real McCoy есть, и To Unlimited есть, все три альбома. Вот только Hits Unlimited, сборник мы еще не обозревали. Да, так что не ленитесь, спускайтесь вниз, посмотрите первые видосы. Кто сначала на канале, помнит, формат рук еще такой был, да? Вот. Посмотрите, не ленитесь, спуститесь, зайдите на канал, подпишитесь, лайкосы наставьте. Ну, вы меня поняли. Ну, а сегодня у нас, друзья, распаковка и этакий перезалив. Первый перезалив на канале. Перезалив, потому что коллекция пополнилась еще одной версией, так сказать, альбома, который уже был, видео, которым уже было. Посмотрело его очень мало народа. Это было одно из первых видео. Вот опять же, в этом видео был формат рук. Но когда я вот, я появился, так сказать, перед вами на видео об альбоме Доктор Албан One Love, и спросил, вам как больше нравятся, руки или я сам? Вы сказали, давай так, так, the best. Ну и формат рук больше не появлялся у нас на канале. Но вот это видео, как бы перезалив, на которое сегодня у нас ролик, оно было еще в таком ручном формате. Я просто брал, показывал диск, сегодня покажу ему еще раз. И посмотрим то дополнение, которое пришло. Пришло оно благодаря вам, потому что вы поддерживаете канал. Вот кто-то там, кто-то бакс пересылает, кто-то там меньше, кто-то чуть больше. Но тем не менее, в моей коллекции появился классный артефактик. Сегодня я его покажу, вместе вскроем. Вот на неделе пришла посылка, до сих пор не вскрыта. Сегодня, кстати, суббота, а вы смотрите это видео в воскресенье, как мы с вами договаривались. Так что привет вам из вчера. Вот. Ну что, друзья, давайте начнем. Значит, классная группа, евроденсовская, альбом, один из моих любимых. Догадались, о ком я? Вот. Мало кто знает эту группу, ну знают, но особо не слушают. Не понимаю, почему, музыка у них просто обалденная, как евроденс проект, просто супер. Мне очень нравится этот альбом. Я очень рад, что он у меня появился в другом формате. Сейчас мы его посмотрим. Я сам не знаю, что там пришло. Может, меня вообще надули и прислали что-то другое. Но не должно быть так все плохо. В общем, речь идет о видео на группу Unique 2, альбом Eternity. Помните? Вот в формате рук я вам показывал этот альбом. Ну, ребята, кто его послушал, кто купил себе в коллекцию после моего видео, пишите. Я уже не помню, у кого он был. О самой группе я сейчас рассказывать еще не буду. Кому интересно, опускайтесь вниз, вниз, вниз. И в самом начале будет обзор вот на этот диск. Я его так образно сейчас покажу. Это австрийский проект Eternity. Было, я уж не помню, там сколько альбомов. Для меня это два. Причем нравится только один. Второго у меня в коллекции до сих пор нету. Это альбом 93-го года, а тот, по-моему, там в 95-м или 96-м выходил. Но там что-то уже какие-то люди вроде как другие были. Не знаю, мне он не очень. Ну, в общем, а вот Eternity, мне очень нравится этот альбом, ребята, и вот, я всем рекомендую его послушайте этот альбом, все, кто любит Евроденс, очень классная группа, вот, так что этакий перезалив, я вам еще раз покажу, давайте я вам еще буклетик покажу, вам же будет все равно лень спускаться вниз и смотреть там какой-то старый видос, вот так вот выглядит буклетик этого
крутейшего альбома 90-х, 93-й год, а вы все знаете, 93-й год — это одна из тех линий, по которой я собираю свою коллекцию. Мне очень нравятся те альбомы, которые выходили. Ну, вот так вот все классно выглядит. Как я говорил в том видео, ну, наверное, говорил, такой плотный картон у буклетика, очень нравится. Ну, уже немножко пострадавший, но ничего страшного. В общем, Unique 2. И у меня вот сейчас есть пополнение, вот оно. Прилетело оно ко мне, закроем адрес мой, продавца из Чехии. Так что вот в таком пакете давайте вскрывать и смотреть. Тут все в скотче, надеюсь, у меня получится это все... Нет, по-моему, не получится это так просто разорвать. Все проклеено. В общем, надо взять ножницы. Без них никак здесь. Ребята, не отключайтесь, сейчас раскроем. А ножниц под рукой, естественно, нету. Кто-то их подтырил и на место не положил. Ладно, будем вскрывать это все по-варварски. Вот так вот мы его просто разорвем. Вы уже поняли, что это? Это, ребята, кассетка. Ну, здесь, конечно, тоже продавец, прям смотрите, замотал, заклеил. Эх, чё ж я сразу ножницы-то не взял? Ну, а вы, ребята, вот давайте, пишите в комментариях после обзора. Вы вообще вот все посмотрели этот обзор? Даже вот те, кто, ребят, вы, кто с начала канала, кто меня смотрит, поддерживает, вообще дико приятно. Вы вот этот видео смотрели, или, может быть, вы пришли на канал чуточку позже там, и это видео как бы не стали листать. В общем, давайте, пишите мне, вот так вот все заклеено. То есть продавец такой аккуратный в плане доставки. Сейчас мы достанем, наконец, вот уже появилась сама кассетка. Даже с ценником, наверное. Unique 2. Не вот так вот, да, как обычно у нас на кассетах. А вот так вот она выглядит. Обложка диска, кассетка. Вот такая вот, у меня теперь есть в коллекции, они редкие. И сейчас я вот перед выходом этого ролика зашел на, еще раз на Discogs, посмотрел, сколько их там, одна, ребята. Так что берите, вот сразу как посмотрите, если она еще там будет завтра, то есть в воскресенье, вы же видео в воскресенье смотрите, берите, не раздумывая, этот альбом на кассете. Очень редкий, вот так вот он выглядит. Такая вот, давайте посмотрим, откроем, мне самому же интересно, как это все выглядит. Ну вот класс. Кассета просто, ну она походу новая. Ну как новая, во всяком случае не заезженная. Ну она стоит на второй стороне, значит ее 100% слушали. 93-й год, Австрия, а сделана сама в кассете, кассета в Голландии. Вот такая вот, я такие люблю. Единственный минус, вот что неразборный корпус, как вы можете видеть, это всегда минус. Такой вот прозрачный рекорд, я помню, как это теперь называется, да. Unique 2 Eternity на вот такой кассетке. Ждите фото в Инстаграме. Кстати, спасибо всем, кто подписывается на Инстаграм. Смотрите фото все. Я там своими мыслями делюсь, напоминаю об альбомах. Все присоединяйтесь к Инстаграму, не ленитесь. Нас все там больше, больше, больше. Потихоньку народ присоединяется. Еще вам показываю кассетку, которая у меня теперь в коллекции, которая в продаже на Discogs. А сейчас одна единственная. Вот на данный момент, на выход... На момент съемки этого ролика она одна. Если вы где-то покупаете в других местах, да, ну, посмотрите, может быть, есть тоже. На Discogs вот она одна осталась. Долго она как-то шла. Я планировал, что она в начале недели придет, но ничего подобного. Буклетик в очень хорошем состоянии, к сожалению, без фото. Просто текстик, все такое яркое. Судя по всему, какая-то кассета и 93-й год, запись должна быть на ней классная. Насчет по поводу записи на кассете, я отпишусь, наверное, в Инстаграме, в комментариях. Так что еще раз, ребята, всех приглашаю в свой Инстаграм. Осязаемая музыка. Присоединяйтесь, да. Там тоже есть на что посмотреть. Ну, кто там есть, все знают. Вот, ну что, ребята, вот такое вот у меня пополнение. Теперь у меня, можно сказать, ну, полный комплект. Не помню точно, выходил ли этот альбом на виниле. Ну, на виниле уж я докупать точно не буду. Мне вот такого вот комплекта за глаза хватает. Кассета и диск Unique 2, первый альбом 93-го года, Eternity, благодаря вот вашим донатикам. Так что донатьте еще, буду только рад.
еще с вами что-нибудь интересное посмотрим. Ну и всем советую вот этот альбом, ребята, на диске, на кассете. Их вообще мало. Берите, пока они вообще есть. Те, кто знают, их его покупают, потому что альбом очень-очень классный. Еще раз вам покажу. Кассетка, да. Ну, супер. Я очень доволен, что он у меня есть теперь на кассете. По поводу записи, как я сказал, в Инстаграме все опишу под описанием кассеты. Когда послушаю, напишу, что за запись. Как звучит, я думаю, там будет все очень круто. Кассета вот по виду не заезженная вообще никак. Австрийская группа Unique 2. Так что, ребята, всем советую приобрести. Всем советую подписаться на канал, на Инстаграм. Заходите в группу в Фейсбук. Будем обсуждать, вспоминать, смотреть альбомы, которые выходили в 90-е. Даже вот такие вот подзабытые, как Unique 2. Пишите, значит, в комментариях, слушали, не слушали. Вам желаю приятного воскресенья. До следующего видео. Не знаю, о чем оно будет. Есть у меня одна наметочка. Может быть, стоит о ней наконец-то рассказать. Ну, не знаю, как пойдет, как по настроению на этот альбом. Надо было его уже раньше показать, на самом деле. Один человек с канала о нем напомнил, и я что-то как-то... Ну, в общем, ладно. Это не будем забегать вперед, так скажем. Еще раз всем хорошего воскресенья, ребята. Ну, а пока... Всем пока!